Пострадавшим в страшной аварии под Ставрополем волгоградцам окажут материальную помощь. 2 миллиона 25 тысяч рублей будут направлены семьям погибших. До 2 миллионов рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью пострадавшим. Напомним, в крупном ДТП в Ставропольском крае было госпитализировано 11 жителей Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу оказать необходимую помощь пострадавшим и направить в Ставропольский край специалистов территориального центра медицины катастроф Волгоградской области. 4 августа в Волгоградскую областную больницу номер 1 была доставлена одна из пострадавших. В настоящее время в лечебных учреждениях Ставропольского края остается 8 жителей Волгоградской области. Диана Бакулина, телеканал «Волгоград-1».